Ежегодный отбор в училище Олимпийского резерва по футболу города Каспийска стартовал 20 июня. Самые одаренные ребята 2007-2011 годов рождения собрались на футбольном поле со всех уголков региона. Сейчас представлена очень большая география. Практически все районы. Горные, южные районы, северные районы здесь представлены. Юные спортсмены в течение нескольких дней будут проходить полевые и футбольные тесты. По словам старшего тренера ООР по футболу города Каспийска Юрия Магдиева, они проверяют ребят на выносливость, скорость, силу ног и многое другое. Через неделю, 24, 25, 26, будут чисто игровые тесты, где мы будем смотреть игровое мышление, как они думают, какие есть качества, сильные, слабые. Исходя вот из этих двух тестов, игрового теста и вот полевых тестов, как мы называем, то есть будет и формироваться новый состав участников, который будет заходить к нам в сентябре месяце. 19 июня отмечался День детского футбола. По этому случаю старший тренер ООР по футболу города Каспийска Юрий Магдиев поздравил ребят и рассказал о важности этого вида спорта. Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые были сказаны. Ну, футбол... Я сам занимался футболом там, с детства и до сборной дошел в свое время, своей страны. Поэтому я очень хочу, чтобы мальчишки занимались футболом. То есть, честно, очень хочу. Разницы нету где, во дворе, там, в селе, там, на асфальте, разницы нету. Просто, чтобы занимались, это пригодится в дальнейшем. То есть, если вы и футболистами будете... То есть и не футболистом, потому что он развивает. Футбол – это вид спорта, который развивает все. В одной этой игре все развивается. И сила, и скорость, и выносливость, и мышление. И, ну, все там. Ни в одном виде спорта такого нет. Поэтому поздравляю всех.